Увидел такое животное на поводке, даже не сразу понял, что это такое. Спросил у хозяйки: это хорек. Видите, такой длинный, хвост красивый кошачий. Я думаю, что он мне напоминает. Это как в фантастических фильмах. Знаете, такие зверьки бывают подвижные, которые ищут кругом вход-выход, такие быстрые. И этот такой быстренький. Но хозяйка сказала, что это из-за того, что людей много, он нервничает просто, волнуется. А так эта девочка, ей 5 лет, живут они 12 лет при хорошем уходе. А зовут ее Бусинка, потому что глазки, сказали, у нее как бусинки.